Всем привет, друзья! Сегодня хочу снять видео о своей клумбе. Потихоньку начинают зацветать розы. В этом году я хостом даю цвести. Не знаю, что-то мне хочется, чтобы хосты тоже поцвели. Есть белые, есть сиреневые, лавандовые всякие цветочки. Ну, пока что есть. Здесь вот у меня хвойный уголок. Вот. Все, порядки наводим. Не успеваем наводить порядки. Трава растет. Ну и растения растут потихоньку, помаленьку. Вот. У нас сухо. Небо у нас хоть и в облачках, в таких тучах, но толку пока никакого нету. 23 градуса сегодня у нас. По крайней мере, передавали. Так тепло. Ветра нету, даже жарко. Вот. Здесь я посадила колиусы. Колиусы сильно болеют. Ну, потихоньку оживают. Потому что засуха. Не успеваешь поливать. Ветер, солнышко. Все равно растения растут, цветут, радуют. Работы, конечно, много. Ну, работы всегда много в огороде и в цветниках. Вот. А растения, конечно, кустарники хорошо растут. Сейчас я им даю рост. Хочу, чтобы забор этот закрыла. Да и уже надо силу им давать, чтобы они росли. Очень красиво цвел жасмин. Я, кажется, как показывала. Весь вот. Потом подойдем. Я его, конечно, обстригла лишнее. Потому что очень много было веток. Он лежал. Я его подставляла дуги, чтобы он не лежал на земле. Но все равно глаз радует. Скосили газоны вчера. Совсем другой вид. Косточки мои. Здесь вот у меня вигела в прошлом году была, и она не вышла. Наверное, замерзла, что ли, или как там. Ну вот, маленький череночек вышел от корня. Я его обрезала, стволы-то эти сухие. И вот маленький черенок вышел. Надеюсь, что все будет нормально. Начинают кое-какие гортензии. Шапочки свои запускать. Это новая гортензия у меня. Скорее всего, мохито. Горшок убрали. Это Magical Moonlight. Гортензия, но она еще двухвостки лазит же. Цветут клематисы, но мы потом подойдем.
здесь у меня вот такая маленькая мини-хосточка. Я уже показывала ее. Ветерок дует, сразу как-то маленько прохладно. То спотеешь, то обдает ветерком. Так, с этой стороны у меня так. Пеларгонию посадил сюда, плющелистную. Ну, посадила я ее только позавчера, горшок. Долго она у меня стояла в теплице, адаптировалась. Ну, я надеюсь, колиусы нормально сейчас приживутся и покажут себя во всей красе. Вот. Здесь вот у меня бузульник Отелло. Здесь он не вянет. Ему здесь хорошо. А, жасмин. Это мелкоцветковый жасмин. Я уже много веток обрезала, чтобы он нормально себя вел. Красиво стоял, все. Но цвел он, конечно, очень рясно. Он нарастет еще. Вот. С этой стороны у меня смотрится так. Очень красиво гехеры вот эти показывают свою красоту. Прям такие красные пятна. Издалека прям красиво смотрится. Это туишера видная. Подстригли ее. А то она прям обросла. Такая прям мощная. Здесь я подсадила калы. Ну, потихоньку начинает отрастать. Вот. Здесь у меня киушу гортензия. Вообще думала, что не выйдет. Ну, ничего. Вот. Это лапчатка кустарниковая у меня. Вот одна ничего. Лапчатка отошла. Мы пересаживали ее. Вот. А вторую лапчатку, я уже говорила, что мне пришлось под самый корень ее обстричь. Это вот она лапчатка. Это хамелеон лапчатка. Вот. Это у меня вот лилейник. Честно говоря, не помню, какого цвета. Ну, стрелочек много выпустил. Вот. Здесь вот у меня по краю лилейники и гехеры. Здесь вот тоже кала маленькая, но уже цветонос выпустила. Это у меня клематис княжек. Лемон Дримс. Там по краю идут у меня флоксы и колиусы. Здесь у меня новый клематис открылся. Принцесса Диана. Пистимон. Так. И клематис новой тайга. Первый год цветет. Вот уже начинают флоксы зацветать. Там у нас огород. Кому интересно, пишите. Покажу свой огород. Здесь у меня теплица. Еще не все, конечно, высадила здесь. Вот у меня клематис. Ой, даже еще и бутончик запустил. Ух ты, какой молодец. Место еще не нашла клематису. Вот. Здесь вот я делаю бордюром
таким спирею. Вот. И пузыреплодники ауреи. И второе, вот не знаю, как называется. Здесь лилейник. Первый какой-то уродливый цветочек выпустил. Скоро зацветут астильбы, лилейники, эхинацеи, кермек. Розочки. Ну, розочкам я пока не давала цвести здесь, потому что они вышли из зимы очень плохо. И я им шапочки, все это, бутоны убирала. Вот. Здесь у меня вот яблоня роялти. Ну вот одна еще маленечко что-то пошла как в рост, а эти все не хотят ни в какую. Здесь у меня клематис из черенка. В прошлом году черенок садила. Ничего, разросся нормально. Ну, сейчас вот потихоньку, помаленьку разрастется. Трогать я уже здесь ничего не буду. Мне все пока нравится. Пока нравится все. Как посажено, как смотрится. Растениям дам уже расти нормально. Здесь вот у меня эхинацея начинает зацветать. Там у меня кала цветет желтая. Вот они, эти розочки. Был один стволик, получается, и бутон. Вот бутоны я прищипывала. И сейчас уже попышнее стали кустики. Сейчас уже можно дать им зацвести. Здесь у меня сидят новые ирисы сибирские. Вот, калы сидят. Там два черенка гортензии с прошлого года я подсаживала. Здесь вот у меня гортензия полярная медведь. Ну и зелень, и зелень. Потом, если зацветет, я покажу. Вот. Ну вот так это комбо смотрится. Ну, по крайней мере, мне пока нравится. Все как смотрится. Вот. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой солнечной погоды, красивых цветов, богатых урожаев, мирного неба над головой. Всем всего доброго и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!